Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Қайта жанданған Түркістан деп аталатын бүгінгі шарамыз Түркістан қаласы мен оның қасиетті ескерткіштеріне арналған. Түркістанның көп ғасырлық, атап айтар болсақ, 1500 жылдың үстінде тарихы бар. Ол түркі әлемінің орталығы болған және болып қала береді. Туркестан – один из самых древних городов Казахстана, который является частью Великого Шелкового Пути, соединяющего между собой Восток и Запад. История древнего города, первые поселения, появились здесь в 500 году нашей эры. В 12 веке древний город носил название Яссы. Название Туркестан появилось в исторических источниках во второй половине 16 века, когда город стал столицей Казахского ханства. История развития Туркестана имеет большое значение не только для Казахстана, но и для всех тюркских стран. Именно здесь проживал известный тюркский философ, исламский проповедник, суфийский поэт Хаджа Ахмед Яссауи. С обретением независимости Казахстана развитию Туркестана уделялось большое внимание. В июне 2018 года город Туркестан стал административным центром Туркестанской области. На сегодняшний день Туркестанская область занимает второе место по численности населения среди регионов. С момента объявления Туркестана областным центром началась масштабная перегрузка и строительство нового города, который объединил в себе современные решения и подчеркнул историческое наследие страны. Туркестан является крупным промышленным и культурным центром. Ежегодно сюда приезжает более 1 000 000 туристов. Здесь построены новые архитектурные объекты. Амфитеатр, дворец школьников, новый драматический театр, конгресс-центр, туристический центр «Караван-сарай Туркестан», который казахстанцы называют местной Венецией. Одним из главных достижений Туркестана является строительство международного аэропорта «Хазрет Султан», который был открыт в конце 2020 года. Туркестан был официально признан духовной столицей тюркского мира в рамках проведения неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Инициатором наделения Туркестана новым статусом выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он предложил в полной мере использовать потенциал туркестанского региона и создать специальную экономическую зону, которая объединит тюркские страны. Наша цель – превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов 21 века. Мы призываем начать модернизацию тюркской цивилизации со знакомства мира с наследием Яссауи и священным Туркестаном, подчеркнул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сегодня мавзолей Хаджа Ахмед Яссауи является главной достопримечательностью Туркестана и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Хаджа Ахмед Яссауи – тюркский философ, исламский проповедник, суфийский поэт. Мавзолей расположен в историко-культурном музее-заповеднике Хазрет Султан и был воздвигнут по приказу эмира Тимура. При его постройке применялись передовые технологии своего времени. До наших дней в мавзолее сохранились две оригинальные двери XIV века в центральном зале и усыпальнице. Парадная двустворчатая дверь украшенная тисненными узорами и надписями на персидском и арабском языках. Ахмед родился в городе Яссы. Когда ему было 7 лет, он лишился отца, после чего мать отдала его на учение Арстан Бабы. Становление Ахмеда как личности происходило в городе Яссы. Юноша начинает писать стихи на арабском, чагатайском, персидском, тюркском языках. Интересовался поэзией и литературой Востока. Позже он побывал в Бухаре, где проходил ученичество у Хамадани. Диуани Хикмет – цикл стихов и литературное произведение философско-религиозного содержания, написанное на старотюркском языке с кипчакским диалектом. В книге излагаются основные правила и догмы ислама. Данное произведение является духовным достоянием всех тюркских народов. Учение, которое он основал, получило название Тариката Яссавия. Суфийская ветвь ислама появилась в 7-8 веках. По мнению Ахмеда Яссауи, самоопределение человека невозможно без духовного напряжения, без искренней самоотдачи в
вплоть до готовности пожертвовать жизнью. Ахмед призывает к аскетизму, отречению от внешнего мира и терпению, поскольку это обеспечит блаженство в загробном мире. Он призывает людей к справедливости, честности, доброте. Благодаря ему тюркский язык был введен в литературный обиход. Благодаря Ахмеду суфизм, как философская система, стал играть решающую роль в духовном познании и мировоззрении тюркских народов. В антологию включены отрывки из «Диуани Хикмет» по литографии 1904 года, издания в Казани. Перевел кандидат филологических наук Турали Кхдыр. Также на казахский язык переведены с оригинала первые главы произведения «Миратул Клуб» Яссауи. Перевод осуществил докторант Хамидулла Таджиев. Книга предназначена для широкого круга читателей. Авторы настоящего учебного пособия описывают великолепные, наиболее яркие творения рук человеческих на казахстанской земле. Это тамгалинские петроглифы, сахский воин, уникальная казахская юрта, дамбра, особо ценное древнее произведение искусства, мавзолей Хаджи Ахмета Яссауи, являющийся уникальным источником для изучения языка и культуры тюркских племен. Книга предназначена для учащихся, студентов колледжей, преподавателей средних учебных заведений, а также для широкого круга читателей. Мавзолей проповедника Арыстан Баба. Это легендарная фигура в истории Казахстана. Его называют святым и сподвижником пророка Мухаммеда. Предположительно, впервые мавзолей был возведен еще в XII веке. В XIII веке монголы сравняли город Атрар с землей. Его архитектура была утрачена. По приказу Тимура было возведено новое сооружение, но и оно не уцелело. К 1970 годам мечеть была в аварийном состоянии. Ее снесли и отстроили заново. С 1982 года мавзолей Арыстан Баба находится под защитой государства. В Туркестане похоронен Шакшак Улы Жанибек Батыр. Шакшак Жанибек – первый казахский стратег. Воинская служба Жанибека началась с 17 лет, когда он победил джунгарского батыра и стал носить его доспехи. Но главным в его характере было не индивидуальное воинское мастерство, а полководческий талант. Именно он выдвинул идею противопоставления тяжеловооруженной джунгарской кавалерии маневренных отрядов лучников, которые проникали в тыл противника и устраивали там засады. А в Инаракайской кампании Жанибек и его маневренные группы, устраивая засады на путях отступления джунгар, смогли полностью деморализовать их, что принесло им победу. Мавзолей Рабии Султан Бегим. Архитектурный памятник 15 века на территории туркестанского некрополя. Мавзолей упоминается в источниках 16 века. Воздвигнут над могилой Рабии Султан Бегим, дочери Улугбека, знаменитого Тимурида, выданной замуж за хана Абулхаира. В начале 1980 года памятник приобрел первоначальный вид, охраняется государством. В Туркестане похоронен Казыбек Би, выдающаяся историческая личность периода становления единого государства казахов. Казыбек Би для соплеменников стал символом правосудия. В отношениях с другими странами прославился как успешный дипломат, который защищал интересы своего народа. Велика историческая роль Казыбека Би как активного сторонника объединения казахов в централизованное государство. Он не уставал призывать к преодолению межродовых противостояний, а также к мирным взаимоотношениям с соседними народами. При этом считал, что государство должно твердо отстаивать свой суверенитет и территорию. Казыбек Би вошел в историю как инициатор объединения трех жузов, один из авторов свода законов, принятых при Тауке Хане и названных Жеты Жаргы. Аблайхан – яркая личность в истории Казахстана. Он известен как талантливый военачальник и политик. Аблайхан сохранил государственность и продолжил формирование национального самосознания народа. Велика заслуга Аблая в консолидации различных сил казахского общества для борьбы против джунгарских и цинских завоевателей. Аблай восстановил территориальное единство казахских земель. Главная цель Аблая –
обеспечения независимости Казахстана в условиях двойного подданства. Аблай осуществил ряд преобразований по управлению казахским ханством. Формой правления было единовластие. Во главе улусов стояли близкие, преданные султаны. Аблай ограничил беев в решении судебных дел, создал боеспособную армию, поощрял развитие земледелия. Много сделал для развития материальной и духовной культуры казахского народа. Был почитателем казахской народной музыки. Похоронен в мавзолее Хаджа Ахмета Яссауи в Туркестане. Жолбарыс хан, второй хан старшего жуза, сын Айтак султана. Его резиденция находилась в Ташкенте. Жолбарыс хан в своей внешней политике пытался сдерживать агрессию джунгарских ханов. В 1739 году в союзе с ханом среднего жуза Абылаем Жолбарыс хан возглавил вооруженную борьбу против джунгарского владычества. Вместе Жолбарыс хан и Аблай хан смогли освободить города Ташкент и Сайрам. 5 апреля 1740 года Жолбарыс хан был убит в Ташкенте. Похоронен в городе Туркестане. Мавзолей Исым хана – архитектурный памятник 17 века. В конце 18-го – начало 19 века мавзолей был частично разрушен. Отстроен из обожженного кирпича, имеет четырехугольную форму. После возведения в ханство Исым заключил с ханом Бухары перемирие, стремился установить мирные экономические связи с городами Средней Азии. Особое внимание хан Исым уделял укреплению военной мощи казахского ханства, наделив широкими военно-политическими полномочиями султанов и представителей знати. С его именем связано создание уложения степных законов, известного как «Исконный путь хана Исыма». Все правовые вопросы, нормы и правила, касающиеся пользования пастбищами, джайляо и зимовками, взаимоотношения между людьми нашли свое решение в этих уложениях. Хан Исым внес много новшеств во внутреннюю и внешнюю политику ханства. Қазақстан кесенелерінде ұлы билеушілер, ойшылдар, қазақ жеріндегі бостандық пен бейбітшілік үшін күресушілер туралы естелік жазылған. Бұл ежелгі және орта ғасырлық архитектураның бірегей үлгілері. Олардың әрқайсысының өзіндік қызықты тарихы бар. Қайта жанданған Түркістанға келген әрбір турист бүгінде бұл қала тарихқа қол тигізу және балаларын онымен таныстыру үшін өте қолайлы екенін біледі. Түркістан түркі әлемінің түпкір-түпкірінен келген туристер үшін тартымдылық орталығы, рухани астанасы және ол сіздерді күтеді.